Друзья мои, это тропа в потустороннем мире. Это глубинный Мариэл. Я долго-долго спускался. Тропинка шла все ниже, лес становился все темнее. И впереди у нас Норкинские каменоломни, собственно, до которых я должен дойти. Надеюсь при этом остаться в живых. Остаться в живых исключительно получается ради своих родителей, потому что, судя по всему, никому больше я не нужен. Поэтому, если меня тут сейчас съест медведь, это будет для них неприятно. Скажем так, для них это будет смертельно. Так, вот мы дошли до таблички. Все как в сталкере просто. Кидаем камешки. Дошли до какого-то там, помните, в сталкере тоже какие-то ориентиры. Это в сталкере Тарковского. Просто дело в том, что «Пикник на обочине Стругацких» — это совершенно другое произведение, которое, в принципе, ну, просто оно другое. Все. Я сейчас не буду говорить, проявлять свою крутость, начинать говорить, что мне книга нравится больше. Нет, я так не буду говорить, потому что я помню, «Сталкера» мы смотрели, как говорится, не отрываясь. Так, что написано? Читаем. И что это? Почему 97-й-то год образования? А, нет, это про растения. Про растения. Это таблички, кстати, тут не помню. Ну ладно. Сейчас опять подъем, да? Здесь должны были начаться уже наши пещеры. И мало сказать, блин, что они должны начаться. Мы еще ведь и залезем внутрь. Ребят. Вот, видите, тут камни попадаются. Что касается, кстати говоря, Валдая, то там вообще камни эти. Ледниковые, короче.